отношении к его всему ясному уму и рациональными причинами всего. Привет, друзья, это исследователь. Хочу про Сбербанк вам рассказать. Это называется, ну, Сбербанк, ВТБ, 24, все это один и тот же банк. Они как бы называются государственные. На самом деле государство — это маленькая кучка бандитов. То есть это как бы бандитский банк. Не надо думать, что какое-то отношение люди к нему имеют. Но дело про другое, что многие люди, вот только что сегодня слышал, говорят, начальник вот какой-то там Греев, он хороший исполнитель, менеджер, он никто, он просто отброс, бомжар, я не знаю, барахло, мусор, ничего нету, никаких способностей, просто Сбербанк взял, тащил 22 триллиона рублей, там нету на самом деле, и если даже до половины придут, он закроет банк. Или за одну третью. Поэтому... И вот этот миф постоянно живет. Люди повторяют. Ну, посмотрите, там же вот банкоматы, терминалы поставили. Они просто покупают эти банкоматы у китайцев, у европейцев, там, вот, ну, которые последние я видел, Nautilus Huaxin называется. И они не смогли даже адаптировать их хорошо. Там не работает платеж, когда выбираете без карты, бесконтактная. Пластиночка не воспринимает карту с чипом беспроводным. То есть он не то что хороший менеджер, никакущий вообще просто, а других здесь нету. Вот я хотел сказать, чтобы забыли этот миф. Смотри же, в Сбербанке банкоматы. Все вот два банкомата и три терминала сейчас стояло в одном круглосуточном месте, я подошел. Я не смог пополнить вообще карту, и один терминал завис вообще, показывал черный экран, там материнская плата какая-то на Intel, процессор 65 под 70 градусов нагрелся, это слишком много, так что не верьте вот этим сказкам. Государственный банк, он устойчивый, и там менеджер, специалист в чем-то, он специалист в пердеже, ну, как все чиновники, пока, ребята.